1 сентября в Одинцовском округе начнет свою работу новый автобусный маршрут от станции Кубинка до парка «Патриот». Рейсы организованы в рамках муниципального маршрута станция Голицына, Зеленая роща, парк «Патриот». Для удобства пассажиров рейсы будут обозначены отдельным маршрутным указателем 48К «Кубинка». Стоимость проезда составит 60 рублей. Оплатить можно банковской картой или картой «Стрелка».